А сейчас перед вами выступит единственный в России правдивый хор. Мы исполняем песни такими, какими их привыкли исполнять все россияне. Начнем мы с известной песни группы «Абба». Happy New Year! А следующая песня тоже известная, поем вместе и... На-н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 а-
Эта история была давным-давно, когда пробки в Москве были только в шампанском. Когда эротикой считалась эпизод из «Маленькой Веры», а не то, что сейчас вытворяет Леонтьев на «Песне года». Именно тогда и появилась группа «Секрет». А теперь, 20 лет спустя, ребята решили собраться снова, чтобы дать концерт. Итак, первая репетиция группы после долгой разлуки. Привет, парни, привет. Ну что, тряхнем стариной? Фоменко, дай ми. Молодчик Фома, поехали! Меньше пенсионеров, больше пенсия! Рекламная служба русского, радио, телефоне. Фома, ты что говоришь-то? Парни, извините, я когда микрофон вижу, музыку слышу, у меня все, рефлекс. Радио. Фома, это же халтура, здесь же мы одна команда, секрет! Стоп! Фома, ну ты в ноту не попадаешь. А я и не целюсь. Да ты целься! Давай сам. Давай. Сегодня дождь и... Сквы начинается. Скверик! Мы же тогда в парках играли. А, ну да! Сегодня дождь и скверик, а мы не виделись у Валерик с тобой. Какой Валерик? Откуда Валерик-то взялся? Ну, я ж помню песню. Там парень девушке поет, правильно? Да, все верно. Значит, да. Имя женское должно быть. Женское имя должно быть. Ну, так вспоминаешься. Алиса! О, Алиса. Точно, Алиса. Алиса, еще вчера Валерик с тобой. Блин, понял, что не наша песня. Чего ты на меня так смотришь? Слушай, а чего мы раньше никогда не ссорились, а? Так мы и не виделись. Да и слава богу, поехали дальше. Скажи, конечно же, нелепо кричать тебе на весь троллейбус. И вот тут вот рифма на сосед, но не сосед. Что? Башмет. С какого перепугу Башмет? Ну он тогда молодым был, мог в троллейбусах ездить. Ну согласитесь, нелепо кричать на весь троллейбус Башмет.
Что там было? А, я вспомнил, какое слово там было. Респект! I know you want to go about me. Какой респект? Нас бы из комсомола выгнали. Так нас и выгнали. Слушай, отличная песня получается. Давайте соединим, посмотрим, что получилось. Да, итак, сегодня дождь и сквери, а мы не виделись у Валерии. Сто лет, я тебе говорю. Сто лет. Два часа уже гонит. Парни, да чё париться? Это было давно. А совсем недавно к нам в город с концертом приезжал Мэрилин Мэнсон. Привет, Челябинск. Первая моя песня. Извините. Следующая моя песня тоже о любви. Сейчас. А, нет, нет, сейчас я вспомню, сейчас. Парни, да чё париться? Раз, два, три. Да, давай, ещё другой, вы чё ногами вот так. А сейчас представьте, российская эстрада через 100 лет. Самый популярный клип. И вот я в следующей жизни. И нифига не кошка. На-на-на-на. А в конце выступления нам бы хотелось сказать. И все-таки хорошо, что наступила весна, правда? Да. На деревьях распустились почки, возвратились птицы, девушки надели мини-юбки. И так хорошо на душе, что хочется Вась. Что? Сереж. Нет. Петь, давай! Бродить, находить, удивляться на незнакомых улицах.